Рост ВВП США в первом квартале составил 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Этот результат оказался ниже прогнозов экономистов и является самым низким за последние два года. Замедление произошло во всех секторах экономики, за исключением строительного. Сильнее всего за отчетный период пострадал бизнес нефтедобывающих компаний из-за падения цен на нефть. Потребительские расходы, которые обеспечивают две трети экономического роста США, выросли только на 1,9%, что является наименьшим показателем за год. Низкий спрос привел к снижению заказов на промышленную продукцию. Объем заказов промышленного оборудования упал на 8,6%. Это худший показатель с 2009 года. Дорогой доллар препятствует росту экспорта и благоприятствует импорту. На этом фоне ФРС отказалась от повышения базовых ставок, сохраняя при этом оптимизм относительно роста экономики во второй половине года.